Знаете, мое спокойствие и уравновешенность – это результат прежде всего жизненного опыта, показывающего, что нет смысла злиться на то, чего не можешь изменить. Поэтому всерьез меня сейчас раздражает, пожалуй, разве что скрип перьевой авторучки, скрип металла по стеклу, поскольку это как раз то, что я изменить могу. А ко всему остальному отношусь по формуле Бомарше. Я спешу над всем посмеяться, потому что иначе мне пришлось бы над всем плакать.